Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 4 февраля. И сегодня 4 февраля достаточно интересный, волшебный, магический, в какой-то степени, знаете, такой вот космический день. И сегодня, 4 февраля, обязательно бросьте монетку в окно и скажите определенные слова. Почему именно 4 февраля и почему нужно именно эту практику провести 4 февраля в любой день, обязательно воспользуйтесь этой возможностью далее в этом видео. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет много очень полезной, важной и интересной информации. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, утром 4 февраля главный нарушитель астрологического спокойствия, ретроградный Меркурий, наконец закончится. И вы знаете, многие люди вздохнут, потому что, да, еще какое-то пару дней будет, знаете, длиться вот чувство вот этого ретроградного Меркурия, но в любом случае мы постепенно закрываем эту тему с ретроградностью Меркурия. Конечно же, потому что ретроградный Меркурий, он дал определенные нам позывы, толчки к тем или иным действиям. И многие люди написали на электронную почту, а что можно взять, а почему сейчас не надо это делать или то делать, похотим продать квартиру, можно ли, почему она не продается и так далее, и так далее. И одним из причин вот этого всего был ретроградный Меркурий. Так что, друзья, именно 4 февраля мы с ним прощаемся, и Меркурий именно 4 февраля прекращает свое ретроградное движение в знаке зодиака как Козерог. А значит, друзья, у нас заканчиваются проблемы, путаницы в делах, связанные с коммерцией, с коммуникациями, с логистикой и с договоренностями. Каждый из нас может доносить свои мысли и понимать другого станет намного проще. И влияние Козерога сделает наши мысли более конкретнее, которые будут направлены только на результат. Поэтому именно после 4 февраля хорошо планировать и ставить цели. И вы знаете, нас ждет с вами аж целый месяц прямого движения Меркурия через знак зодиака Козерог, где он будет находиться в окружении множества других планет. И в первую очередь среди компаньонов Меркурия в этом месяце мы хотим выделить Сатурн. Почему? Потому что он является одновременно и управителем знака зодиака Козерог. И с другой стороны, естественным другом Меркурия. И их взаимодействие в феврале может весьма благоприятно сказаться на финансовом рынке, и который приближает к нас к выходу из затянувшегося кризиса. Кроме того, второй по важности в феврале попутчик Меркурия – это Солнце, которое также 4 февраля вступит в свое тесное соединение с Сатурном. Ну, конечно, будучи сожженным, Сатурн ослабит свою хватку и тем самым станет слабее, и слабее будет и его влияние на Меркурий. И вот этот обмен энергии между Сатурном, Меркурием и Солнцем может иногда сказываться на самочувствии и здоровье людей. Но так как Сатурн имеет все-таки больше силы, чем Солнце, то все-таки этот период даст очень хорошие результаты для учебы, для коммерции, для налаживания связей и развития, друзья, собственных проектов, что немаловажно для многих людей. Меркурий, планета, отвечает за мысль, за речь, за коммуникацию, за учебу, поездки, переговоры. Поэтому мы рекомендуем вам после 4 февраля уже заняться вот этими всеми моментами. И все начинания будут ваши успешны. А вот большие покупки вы уже после 5-6 февраля сможете спокойно делать, проводить. Покупать недвижимость, продавать недвижимость.
недвижимость, делать, вкладывать инвестиции, покупать бизнес по той же франшизе. И это станет удачным вложением денег для многих людей. Обращаем на это ваше внимание. И обращаю ваше внимание, что вы уже после ретроградного Меркурия, после 4 февраля, можете и подписывать документы, и делать те или иные операции, которые помогут вам приоткрыть потоки изобилия, сделать правильные движения. Также, друзья, после 4 февраля открывайте бизнес, открывайте какие-то проекты, подписывайте контракты. Кроме того, у нас с вами и растущая луна начинается потихоньку. А это двойной толчок для того, чтобы мы делали все то, что нам будет приносить прибыль. Что же нам всем нужно сделать после окончания ретроградного Меркурия? Во-первых, вы должны начать осуществлять все вот то, что вы откладывали на более благоприятное время. Поэтому, как мы уже сказали, совершайте покупки, и они будут удачны. К примеру, если вы хотели давно приобрести новый телефон, машину или что-либо другое дорогостоящее, делайте это. Не откладывайте подписание важных документов, потому что эти документы вы уже 100 раз проверяли, ошибок там точно не будет. Также после 4 февраля начинается благоприятное время для переговоров, для регистрации нового бизнеса и, друзья, визуализации новых идей. Кроме того, обращаю ваше внимание, что с 4 числа и по 18 февраля будет пик активности, будет пик удачи, прорывов в феврале. Используйте поэтому этот период с максимумом и с пользой. Только не нужно фокусироваться на мелочах, чтобы не растратить свой запас сил на копошение, на какие-то мелочи, на какую-то детализацию. Вот именно с 4 по 18 и уже с 25 февраля действуйте только масштабно. Если вам предлагают, например, вас две работы, предлагают, например, одну работу предлагают вам быть просто секретарем, а вторую работу вам предлагают быть бухгалтером. Подумайте о том, что в какой должности вы больше достигнете успеха, скорее всего, больше как бухгалтер, потому что так вы приобретете новый опыт, новые знания. Или, например, вам предлагают работать в той или иной сфере жизни. Берите то, что глобально, то, что сейчас происходит в мире. Смотрите тенденции. И у нас есть даже видео на канале, где мы говорим о тенденциях, в какой бизнес лучше идти в 2022 году. Также советуем вам, друзья, напрягаться и постараться делать для себя в первую очередь что-то приятное. Работайте на полную силу, обязательном порядке. Что же нужно еще сделать 4 февраля? Обязательно вам нужно постараться в этот день быть в прекрасном расположении духа, улыбаться, не спорить ни с кем, не ругаться. В общественном транспорте, если вас задевают, особенно если вы чувствительный очень человек, не ругайтесь. Возьмите, повернитесь и просто улыбнитесь, но не нужно злиться. Возьмите, например, сделайте комплимент, например, кассирше в супермаркете, или похвалите свою коллегу, которая допустила какую-то ошибку, но скажите, что у нее, например, красивая сегодня прическа. Или сделайте что-то такое, вот знаете, или кому-то подарите подарочек в виде коробочки конфет или еще что-либо. Но 4 февраля несите вот энергию вот изобилия, энергию достатка, прибыли не только в свою жизнь, но и в жизнь тех людей, которые вас окружают, пожалуйста. И обращаем ваше внимание, что вот во время вот Меркурия, который возойдет в свое движение, прямое движение, вы начнете вот эти бонусы, вот эти плюсики постепенно получать обратно в свою жизнь. Поэтому помните, что все зависит от вас. Поэтому встречаем с вами, друзья, 4 февраля только на веселой нотке. Улыбаемся. Утром уже проснулись, уже сразу же начинаете говорить следующую фразу, которая вам поможет в этот день. Слова ее звучат следующим образом: что я говорю, то совершается, что я делаю, то все прибылью обращается. И желательно эту фразу говорить на протяжении всего дня 4 февраля. Друзья, это божественная фраза, и она может привнести достаточно сильные изменения в вашу жизнь.
Но сегодня еще мы рекомендуем 4 февраля провести еще одну практику. Эту практику нужно сделать с монетой. Возьмите свой кошелек и достаньте ту монету, которая вам понравилась. Только главное, чтобы она была золотого цвета. Эта монетка принесет вам не только достаток, но и успех в делах. Поэтому в любое время 4 февраля, когда вам будет комфортнее, когда вам будет удобно, главное, чтобы вам никто не мешал. Что мы делаем? Ложим монетку на правую ладонь и далее 3 раза легко нужно дуть на нее. И для чего это нужно сделать? Когда вы дунете, вы таким образом раскроете скрытую энергию. И далее нужно сказать магические слова. Удача крепка и надежна, как металл. Богатство велико и всегда при мне. Эти слова, друзья, нужно будет произнести 3 раза. После того, как вы сказали, бросьте монетку в окно. И закрываем окно и идемте заниматься своими рабочими делами. Вот, друзья, вот такой у нас с вами шикарный день, 4 февраля. Мы надеемся, вы уже его почувствуете по энергетике, потому что у нас многие люди начинают чувствовать Вселенную, начинают чувствовать вибрации космоса. Это очень здорово. Поэтому, пожалуйста, друзья, 4 февраля начинаем планировать, активно занимаемся своей жизнью, работой, бизнесом, всеми теми делами, потому что открываются ворота возможностей и наших желаний, осуществления наших желаний. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите обязательно на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и интересной информации. Обязательно поделитесь и этим видео, кого вы любите, кого вы цените. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.